Так, к чему снятся мухи во сне? Ну, к мухам какое отношение? Брезгливость, негатив, может быть, беспокойство они могут вызывать. Но есть еще и зависть. Вот смотри, муха летит на что? На варенье и на говнецо. Да. Поэтому вот отсюда мы и танцуем в этом отношении. Муха может быть еще иногда быть назойлива. Вот если к чему снятся, вот, например, есть назойливая муха, ты отгоняешь назойливую муху. Это может быть человек быть назойливый, который постоянно к тебе начинает, это приносит тебе беспокойство. Постоянно, постоянно, постоянно. Докучает, например, в каких-то ситуациях достает. Вот это вот, если тебе приснилось, значит, у тебя рядом будет такой человек. Смотри, отгоняй. Если ты отгоняешь, или этот человек появится, или ты просто от этого человека избавишься, если есть такое. Дальше. Мухи часто очень снятся к зависти. Если очень много мух, к зависти человека. Зависть может быть на что идти? Это может быть зависть идти на деньги, потому что на говнецо летят. То есть здесь не очень хорошо. Почему? Потому что зависть – это негативное чувство. Иногда оно может искажать энергетику человека, приносить ему неудачу, если очень много. Почему считается, что не надо провоцировать людей на зависть в этом отношении? Некоторые вообще питаются иногда, когда другим завидуют, все остальное, вот таким вот образом якобы сглазят. Нет, просто вот это идет то, что много мух может быть по этому самому, это может быть много негативной энергетики, которая может где-то загрязнять ее. И у человека вот это вот начинается искажение. Поэтому если ты, например, убил муху, значит, ты избавился от этого всего, от негатива в этом отношении. Есть, когда иногда мухи летят на варенье, да? То есть на что-то вкусное, на это самое. То есть человек опять, здесь может быть, если у человека все хорошо, все прекрасно, все это самое, тоже опять же та же самая зависть в этом отношении идет. Поэтому здесь, может быть, даже люди просто могут забирать иногда энергию. Почему? Потому что мухи иногда могут кусаться и пить кровь. Поэтому убивать мух – это неплохо. Поэтому повторим. Негатив может быть, брезгливость иногда какому-то человеку, неопрятному, может быть, человеку, который назойливо тебе достает, может быть. Это которая, ситуация, которая может быть беспокойство тебе приносить. Это не обязательно от человека, но может быть от человека или от ситуации, которая тебя может постоянно беспокоить по мелочи. Потому что крупно как-то тебе этого нету. Потом может быть зависть, которая может забирать или энергию у тебя, потому что кровососущие все-таки некоторые мухи есть, кусающие которые, или просто-напросто приносить неудачу. И поэтому здесь человеку нежелательно провоцировать, если он увидел этот сон, значит, чем-то он провоцирует других людей на зависть. Есть, который рассказывает, как у него хорошо, как он прекрасно провел время, как у него, вот у меня тут выставили холодильник, мужчина показал, как его женщина там провоцирует, показала, какой хороший у них холодильник внутри сейчас, какое пиво стоит, вот они сейчас будут сидеть, смотреть, поэтому все это в Фейсбуке выставлено, поэтому как они будут вкусно сидеть, пить пиво по этому самому.